संसार सिंधुतरणे हृदयं यदि साध संकीर्तनमृतरसे रमते मनुष्ये प्रेमां बुधो विहरणे यदि चित्तवीति चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम শ্রীশীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বহুপাঠ্য শ্রীশীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বহুপাঠ сказал что нитто сева одож обрести нитья сева вечное служение в Раджавасе вот это чувство то есть то чувство, которое есть у Враджаваси, когда они находятся не с Кришной, и чтобы служить их лотосным стопам, это наша наивысшая цель, то есть служить тем Враджаваси, у которых есть такая вираха, такое чувство разлуки с Кришной, поскольку Рагануга Баджан это наша наивысшая цель. Мы Гаудии. Рагануга Баджан для нас это наша наивысшая цель. Но не в этом обусловленном состоянии. Когда мы полны анартх. И в этом случае для нас невозможно совершать Рагануга Баджан. И Шрила Прабхупада говорит, это не значит, что всю жизнь that doesn't mean whole life, life after life говорит, we что, can ну, это не значит, что мы всю жизнь будем находиться на пути Видхи Маркабаджана. Нет. На самом деле, что те, кто больны, для них нужно должное лекарство, должное должны идти лекарства. И вот для тех, кто больны, они должны принимать какую-то конкретную процедуру их лечения. Они не могут делать все согласно собственному желанию. Парампуджипад Кешава Госвами Махарадж. Он пишет, написал одну статью давно. Это было пятое издание Гауди на пятый год. Шрила Кешава Госвами Махарадж пишет, и в этой статье он говорит о том, что Шримад Бхагаватам, вот эти слова он говорит про Шримад Бхагаватам. Actually, Shrimad Bhagavatam, что Шримад Бхагаватам изошло из вед. Нигама значит это веды. И из этих вед мы обрели такую суть всех этих вед. Это Шримад Бхагаватам. Она сравнивается с неким сочным плодом, с каким-то нектаром, очень прекрасным на вкус. И суть в том, что вы можете видеть вот на манговом дереве. Много манго зреет, можно увидеть. Это манго, они очень сладкие, но этот вкус нельзя найти в теле
точнее в ветках и в древесине, и в листьях этого дерева, хотя это манговое дерево, оно приносит такие сладкие плоды манго, но сладость только в этих плодах непосредственно присутствует. И такой вкус прекрасный, как у манго, нельзя ожидать, что оно будет находиться в самом дереве, или в ветках, или в листьях, или еще в чем-то, а только в самих плодах. И также, хотя мы обретаем Шримад-Бхагаватам из Веды, но все же это нечто уникальное, нечто прекрасное, очень вкусное. Вот он сравнивает с Бхагаватам с манго, которое растет на манговом дереве, которое сами деревья, они как бы лишены этого сладкого вкуса. И Шрила Кешав Госвами хорошо говорит дальше, что там в Бхагаватам все много разделов, начиная с Гаятри. Объяснение с Гаятри. Сегодня какая тема нашей, какая же наша наивысшая цель, какая суть Шримад Бхагаватам. И после этого мы найдем способность, то есть потом будет описываться через Бхагаватам, мы узнаем, какие качества нам нужны для того, чтобы совершать Рагануга Бхаджан. И до этого я много раз уже говорил, что перед тем, как читать какую-либо шастру, если вы поймете основу Шримад Бхагавад Гиту, я много раз говорил. Я знаю, что большинство из вас вы игнорируете Бхагавад-гиту. Большинство людей, они игнорируют гиту, поскольку они думают, что это нечто простое. Но если основа мы не построили, нашу основу, как можно построить какое-то духовное здание? Но Гита настолько великолепна, настолько научна. Если вы не можете понять Гиту, вы не можете надеяться, что вы можете продвигаться дальше. Это очень важно. И нам нужно обсудить учение Гиты, но это займет долгое время, чтобы обсудить всю Гиту подробно, но так или иначе. Прабхупада Шрила Кешава Госвами Махарадж, есть много видов. Много этих разделов, начиная с Джанмадасья до Намасанкиртана в 12 песнях Бхагаватам обсуждаются различные темы, и также там можно найти много разных лил, описание всего этого династии Сурья Вамши, Чандра Вамши и прочего. И после девятой песни Шримад Бхагаватам Шрила Кешава Госвами Махарадж, наша Гурубхага, говорит, что десятая песня Бхагаватам — это главное. И на самом деле в десятой песне Бхагаватам можно найти описание различных лил Кришны, начиная с Баля лилы, Дамодар лилы и прочее. Шрила Кешава Госвами Махарадж, под руководством всей нашей Гурубхаги, мы хотим сказать, что Вастахаран лила и Раса лила и все прочее, это не для обычных людей. Те, кто полны анартх, каких-то недостатков, для них эти лилы, они не могут обрести благо от слушания об этих лилах. И вот те, кто полны анартх, для них
Баля лила, она более полезна для них. Дамодар лила и прочее. Иначе, если они силой хотят войти на путь Рагануга Баджана, если они хотят, такие незрелые люди, обсуждать Вастахаран лилу и прочие такие сокровенные лилы Кришны, это опасно для них. Они могут пасть в этом опасность. Шрила Прабхупад говорит, что те, кто больны, для них доктор не может рекомендовать какую-то жирную, тяжелую пищу. И суть в том, что если вы будете поклоняться если мы будем изучать Чайтанья Лилу, то там можно найти все, как Шри Чайтанья Махапрабху, какой пример он хотел нам дать через свою Лилу. То есть на примере жизни Шри Чайтанья Махапрабху можно видеть, что он хотел дать нам, поскольку мы хотим получить то учение от Шри Чайтанья Махапрабху, мы хотим получить то самое настоящее учение под руководством нашей Гуру Варги, поскольку зачем Шри Чайтанья Махапрабху явился на этой земле, чтобы дать нам наивысшее. Вот Махарадж цитирует эту шлоку, зачем он явился. Это правильно, то есть Унанта Уджаларасу, и чтобы даровать нам Унанта Уджаларасу, то Шри Чайтанья Махапрабху явился в этом материальном мире, это правильно, никто не может возразить. Но если вы будете изучать всю лилу Шри Чайтанья Махапрабху, тогда вы поймете, насколько осторожными мы должны быть. То есть перед тем, как войти на путь Рагануга Баджана, какие предосторожности мы должны соблюдать на этом пути, это очень опасно. Парампуджапад Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что в Бхагаватам можно найти такую шлоку. Найтат самачаре джату манаса пиянисвара. Бинасватвачаранмаудрад ятарудродхиямбисам. Ятарудродхиямбисам. It is written. You can find different kind of interpretation. Вы можете найти различные виды и этих объяснений насчет этой шлоки. И вот эту шлоку я могу также обсудить, и после этого я хочу рассказать о том, как подготовиться перед тем, как войти на путь Рагануга Рупануга Баджана. Это тема на долгое время. И вот сегодня тема Харикатхи, суть Шримад Бхагаватам. Вы уже знаете, что мы говорили о том, что бхажето тадриси кира джасутта татпара бхаве. Что Кришна совершает различные лилы, и почему? Если преданные слышат об этих лилах Шри Кришны, то они могут обрести силу, они будут пытаться следовать тому, что
дал нам Шри Кришна, и достичь так постепенно наивысшей цели. Бхагаватам описывается, почему Кришна совершает эти лилы для нас, чтобы дать нам какой-то урок, и согласно степени нашего развития под руководством нашей Гурварги, мы можем получить такое конкретное лекарство для нашей проблемы. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что те обусловленные души, и кто-то приводит такой пример, что те обусловленные души, если они говорят о сокровенных лилах Кришны, то они могут избавиться от своих материальных привязанностей и отправиться на Голоку. Но это кто-то говорит так. Но суть в том, если мы услышим такой комментарий, мы то есть мы не будем с ними спорить. Я хочу представить такой нейтральный, беспристрастный аргумент других писаний, поскольку Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж говорит, что таким образом невозможно для них достичь наивысшей цели, они просто падут по пути и все. Поскольку сам Вьясадев он говорит вот эти слова, что те, кто не могущественны, они не обрели силы. Что значит сила? Что те, кто не обретают достаточно читбала, то есть такой духовной силы, и Ясадев Госвами говорит, что те, кто не обретают достаточно читбала, для них это невозможно даже подумать. Even meant amongst of he Anishvara. Anishvara means those who are not getting Chidval, sufficient power, they are not allowed to discuss about this Lila. What about discussion? Они не могут, не просто не могут обсуждать эти лилы. Они даже подумать не могут. Не могут представить, для них это невозможно как-то, как сказать, поддержать, одобрить эти лилы. Викритам баджабад вириданьча вишну саддханнитам анусринамат атаварна еджа бхактим паран бхагаватим пратилабхакамам ретрогум ассупахинат ачирен адхира. Парампуджапад Кешава Госвами Махарадж. И Парампуджапад Шрила Кешава Госвами Махарадж, он приводит свидетельство, что кто-то говорит, что те, у кого есть вожделение в их сердце, somebody giving explanation of this sloka, those who are having kama inside their heart, что те, у кого есть вожделение в их сердце, они могут очистить это вожделение и in Gaudiya Samaj, в Гауди нашем, Гаудия Сампрадая, Шрила Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати, Шрила Кешав Госвами Махарадж, Винод Бабу, они лучшие из Веданти. И вот они говорят, что мы должны правильно понять эту шлоку, поскольку можно ее превратно понять также. Поскольку в начале всего Шрила Кешава Госвами Махарадж объясняет эту шлоку так, поскольку
Вы можете консультироваться с каким-либо доктором. То есть, если ваш ум не одобряет какие-то действия, то есть если ваш ум не... То есть если вы занимаетесь какой-то работой, а ваш ум как бы отсутствует, то толку не будет от этого, поскольку любые ваши действия должны умом поддерживаться. Иначе это невозможно для вас что-то делать, если вы будете рассеяны и еще что-то. Вот, например, даже если вас кусает какой-то комар, вы можете так, не смотря, его прихлопнуть. И Шрила Кешав Госвами Махарадж говорит, что любое действие, любым, которое производится любым из наших органов чувств, оно только возможно тогда, когда вы получите, ваш ум одобряет это, иначе нет. Шраванам, киртанам, вишну смаранам, все, любое служение из девяти видов преданного служения, если вы не обретаете такое одобрение вашего ума, и ваш ум не находится там, в этом служении, то вы не можете совершенным образом совершать это служение. Например, the mentally you cannot think, but it's written that also you can bikridam bhajavad viridam javishnu saddhan nitam anusrinavad atavarnaija anusrinavad anusrinavad me under the pure guidance of your sadguru anusrinavad значит под руководством sadguru paramahamsa guru and discuss. Можно слушать и обсуждать, вот там описывается, но там же говорится, что about Savan Kirtan is no kind of, you know, restriction there. You can give this kind of argument. But try to think over and again that any action. Но суть в том, что если вы делаете что-то любым из ваших органов чувств, все это от ума зависит. Если ум это не понимает, не принимает и не участвует в этом, то вы не можете этого совершать. И вот говорите, что если ум вас не поддерживает в вашем действии, то это действие оно будет, как сказать, несовершенно, мягко говоря. И вот свидетельство каково, то что вот Рудра, например, Шанкар Бхагаван, он выпил яд после того, как пахтали молочный океан Кхира Сагар. So that poison, who took this poison? Actually, Shankar. То есть и появился яд в результате пахтания океана, и чтобы спасти всех живых существ, Шанкар Шива, он принял этот яд. Если кто-то захотел бы хотя бы каплю яда принять, он бы сразу умер даже от запаха. So what is possible for Shankara? И то, что возможно для Шанкара, для нас это невозможно. It is not possible for you. So actually, point is that. И вот и суть в том. Наитат самачаре жату манасапи анисвара винасватвячарад мудрад ятха руддо адхиям висам. И вот Парампуджипад Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что даже в уме у вас нет права говорить об этих лилах, что говорить о слушании и обсуждении, тем более. Поскольку я знаю, вы можете опечалиться, но что делать, то лекарство, конкретное лекарство, данное Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Тхакура Вишвана Чакравати Падам, для нас, все наши гурварга, они дают нам точное лекарство, что у нас нет права обсуждать это, эти лилы. И также можно видеть, что в жизни Шри Чайтанья Махапрабху на протяжении всей его лилы, если мы будем аналитически изучать всю
жизни Шри Чайтаньи Махапрабху, то можно увидеть даже последние 12 лет Шри Чайтаньи Махапрабху, он непрерывно, он получал вкус Рагануга Баджана Гопи Бавы внутри Гамхиры. Последние 12 лет он совершал такой эксклюзивный баджан, но это было внутри Гамхиры. И в Надья Пракаше, в Бхагаватам, в комментариях Шрилы Вишванатха Пада, иногда Шрила Прабхупада тоже писал на эту тему. Читание Чайтамрита, читание Бхагавати, и везде, из различных Пуран, я могу цитировать примеры, свидетельства вот из этих вышеперечисленных книг. And ultimately, I like to publish one book also. Я в дальнейшем хочу опубликовать книгу. Brother Sahajiya, are you Gauriya? Но Махарадж уже. Brother Sahajiya, are you Gauriya? Видимо, Махарадж хочет опубликовать книгу, которая называется "Брат Сахаджи, какой же ты Гауди". Very nice. So one by one documents. И вот там будут с множество свидетельств из различных авторитетных писаний, что Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Кешава Госвами Махарадж говорят на эту тему. This way we cannot by like Sahajiya we cannot reach our goal. Эта книга будет доказывать то, что если мы будем действовать как Сахаджи, то наивысшей цели мы никогда не достигнем. Кто такой Сахаджи в Надья Пракаше? Там список целый приводится. Я могу показать, кто Сахаджи. What do you mean by Sahajiya? Что значит Сахаджи? В Надья Пракаше говорится, Шрила Прабхупада также говорит, что те, кто думает, что находясь в обусловленном состоянии, полны анарты, и для вас это возможно, но обсуждать Кришна Лилу и совершать Рагануга Баджан, это самые такие главные Сахаджи. Там описывается это. И сейчас один, я могу в дальнейшем привести много свидетельств насчет этой темы. What is actually I want to speak? Actually, mentally also you have no right to think about it. Another point is that in Sajjana Tosani it is written. И вот в Саджана Тосане. In Sajjana Tosani it is written. Говорится. That those actually. Что? Ачирена дхира. Вот эти слова ачирена дхира. First point is that in Chaitanya Charitamrita you can find what point. И в читании Чайтамрити описывается, что вот эти слова. The Shraddha, actually, what is the actually definition? Shraddha, что такое определение Shraddhi, вера? И в читании Чайтамрити говорится. Shraddha sabde kaye shuddhiro nischaya. Shraddha sabde kaye shuddhiro nischaya. Krishna bhakti kaile sarva karma kito hai. Sarva karma kito hai. So this definition given in Sajjana Tosani and also Keshava Goswami was also speaking. That what do you mean by Shraddha? Что значит Shraddha? Будьте внимательны. В Расамрита Синдху говорит, вот эти слова говорят. И это Shraddha. Говорится, что в начале всего Shraddha. То есть это Shraddha, она такая мягкая вера. Кто-то может
не понять, что к чему, но поскольку Бхакти Асамида Синдху говорится одно, но там имеется такая мягкая вера. Но здесь там говорится о камал-шатхе, то есть о такой мягкой вере, которая в любой момент может пошатнуться, в любое время. То есть такая, как сказать, ненадежная вера. Вы можете кому-то следовать, какое-то учение обретать и верить в это. И другой вид веры, это, который основывается на писаниях, на основе писаний. И это шрадха, такая уже вера, она твердая, она, так сказать, надежная. И вот если вы развеете такую шастрию, шрадху, она очень хороша. Иначе, если кто-то может что-то спросить, что почему некоторые люди приходят в Гаудиамат, но они потом уходят, почему так случается, какова причина? И причина в том, что у них есть камала шрадха, то есть не, вера не твердая. Они приходят, но нет у них должной поддержки, должная вера, они приходят, теряются по пути и уходят. Но те, кто получает общение с Мадхьяма Адхикари, Уттам Вайшнавы, они очень велики. Поскольку согласно, поскольку если сразу к Уттам Адхикари приближаться, это тоже опасно, поскольку можно неправильно понять его, в этом опасность. Вот согласно вашему общению с сатсанги, вы будете развиваться на духовном пути. И те каништадхикари сегодня или завтра, они могут обрести, достичь Мадхьяма Адхикара. Но опять же, зависит от того, обретут ли они должную сатсангу или нет. И вот в Читании Чайтамрите говорится, что шрадхи, что за шрадха. И если у вас есть такая решимость внутри вашего сердца, что я буду совершать Кришна Баджан, поскольку я уверен, что через Кришна Баджан я могу обрету все. Кришна Баджан, он сам законченный, он совершенный сам по себе. И вам не нужно будет зависеть ни от чего. И вот если я могу совершать Кришна Баджан, я могу обрести все. И такая вера должна быть у нас. И вот сейчас говорится, что это вера. Крепкая, твердая вера, что если я совершаю Кришна Баджан, она есть только у Мадхьяма Адхикари, не у Каништа Адхикари. У Каништа Адхикари у них нет такого мировоззрения, такого понимания, такого чувства. Только Мадхьяма Адхикари имеет такое чувство, что с помощью Кришна Баджана он все будет исполнено. Следующее. Ачарна Дхира. Что это значит? Слово Дхира. Нет такого должного синонима в английском. Дхира значит тот, кто полностью умиротворен, спокоен. Дхира значит он спокоен. Что значит спокоен? Опять мы вернемся к Чайтанья Чайтамрите, там говорится, что Кришна Бхакта, они умиротворены, и их нишка, а нишкам что значит?
How you can expect Nishkam Bhava? Что значит слово Нишкам? То есть как это, то есть это буквально отсутствие каких-либо посторонних желаний. А как можно ожидать этого качества у людей, которые полны анартха? То есть здесь говорится в этой шлоке, что только Ачарена Дира, то есть именно Дира, они могут обрести благо от слушания тех лил. А что значит слово Дира? Then you can get Dira mean having no kama. Дира, это тот, у кого нет вожделения, нет никаких посторонних желаний. То есть тот, у кого нет никаких желаний. И это поэтому, поскольку у них нет желания, они спокойны. Not that you are sitting very, you know, peacefully, so you are shanta. То есть, если вы просто сидите где-то спокойно, это не значит, что вы шанта, поскольку внутри вашего сердца что находится, кто знает. Whereas in Gita, first of all, you will have to hear Gita. Хотя в Гите говорится, вы вначале всего должны изучать, слушать Бхагавад-гиту, детальное объяснение. Там описываются все сокровенные техники баджана и прочего. Если вы пропустите Гиту, это очень опасно. Поскольку там описываются все сокровенные техники, как совершать баджан. Все описывается в Гите. И что значит шанта? Шанта значит тот, у кого нет желаний. Но также вы слышали об этой шлоке. То, что говорится, а вот в этой шлоке что говорится, если у вас есть желание или нет желания, либо смесь какая-то из отречения и стремления к каким-то наслаждениям, то есть у вас такая, есть преданность, но она не чистая, она с чем-то смешанная, то есть преданность есть в вашем сердце, но она не достаточно чисто, она смешана с какими-то посторонними желаниями. И в этой шлоке говорится, что акама, что если у вас есть желание, либо ваше сердце полно всех желаний, либо вы стремитесь к освобождению мокшакам, вы хотите избавиться от страданий в этом материальном мире. И если вы ударади, если ваше сердце широко, if you are having narrow mind and narrow heart, либо вы узко, как сказать, не широкомыслящий, не, как сказать, сердце у вас мало, вы такой, как сказать, по-русски забыл слово. В общем, такой ограниченный человек, но и все равно для вас Кришна Баджан, он прекрасен. Он очень подходит вам. То есть для тех, у кого есть желание, либо нет желания, либо желание к освобождению, либо еще что-то, но они должны совершать Кришна Баджан с великим вдохновением, с решимостью, с великой решимостью. Может быть, они встречаются с какими-то проблемами на пути, поскольку на пути баджана десятки миллионов колючек, миллионы колючек на пути баджана. Этот путь, он не такой, как сказать, гладкий. И вот в этой шлоке говорится об этом, что путь бхакти, путь вашего баджана, вы не можете надеяться, что он будет такой гладкий и ровный. Всегда какие-то проблемы будут возникать, какие-то
Что такое баджан? Баджан – это действие. Вы должны заняты в служении гуру, вайшнавам, наму, даме и прочему. Кто-то спрашивает у Шрилы Прабхупады, о Прабхупаде, что вы имеете в виду под баджаном? Преданностью. И Шрила Прабхупада сказал, что бхакти – это естественная функция вашей души, это естественное действие вашей души. И вот Шрила Прабхупада дал такое объяснение бхакти, а потом его спросили, кто такой бхакта. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада сказал, что бхакта – это тот, кто занят деланием чего-нибудь для Верховного Господа, для Его имени, для Его дамы, для Его спутников, для всего окружения. То есть кто-то всегда занят служением Верховному Господу, но не тот, кто может там отдыхать какое-то время, а потом думать, что же делать дальше. И кто такой преданный? Еще Прабхупада сказал, что тот, кто преданный, это тот, кто все время непрерывно без остановок думает о том, какой что можно сделать для гуру, вайшнава, бхагавана, нам, дамы, парикара, вашишти, все время. И он есть бхакта, тот, в чем сердце, в чем уме, нету никаких промежутков для того, чтобы майя могла войти, если там нету место для Майи, то Майя и не сможет войти в его сердце. Майя может войти в ваше сердце только тогда, когда будет место, если все сердце занято служением, то не будет никакой возможности. Вчера была Ганга Пуджа, вы может видели, сколько Майи там было. Я с утра пошел, совершил поклонение Ганге, быстро вернулся назад. То есть в любое время, если будет какое-то маленькое пространство в вашем сердце пустует, Майя может войти туда. Вы не можете дать такой обет, что Майя не затронет вас. Даже не великие Риши и Муни, они не могут дать такую гарантию, что Майя, она не сможет их затронуть. Даже Шанкар Бхагаван. Шанкаре что говорится? Он Mittunjay, Shankar Bhagavan Mittunjay. Shankar Bhagavan is Kamjayi. Вот тот, кто победил смерть, победил вожделение. And you know, so nice shloka about Shankar Bhagavan. Много прекрасных шлок. Madano Padiharo, Sitting Shankar Shiva. So nice shloka I can discuss. By И вот Kulasekhar, он Madano Padiharo, он говорит такие великолепные шлоки в честь Господа Шивы. И вот даже Шанкар Бхагаван, кто победил вожделение, кто победил смерть, то все же Шанкар Бхагаван, он, можно видеть, что Бхагаватам, когда описывался аватара Махини, то Шанкар Бхагаван, он захотел увидеть ее, Господа, в форме Махини. И Кришна сказал, зачем оно тебе надо, но Шанкар был непреклонен, нет, я хочу видеть, поскольку видел все твои аватары, но это не видел. Но и Кришна сказал, я был вынужден совершать эту лилу, чтобы забрать нектар у демонов, но Шива был непреклонен. И когда Кришна принял форму Махини, то даже несмотря на Парвати, свою жену, своего этого быка, Нади и прочих, когда Шанкар увидел Махини, Господь пообещал его
явиться в форме махини, но время определенного не дал, когда-нибудь. И вот, когда Шанкар увидел махини, и вот, несмотря на свою жену и быка, он привлекся ею, спросил кто-то, и после этого Шанкар он побежал за ней. И в итоге Шанкар Бхагаван, когда он схватил махини, хотел обнять ее, так Кришна явился и спросил: «О Шанкар, что случилось?» И ему стало стыдно. Что ты тоже в Майя, мы не можем надеяться. Шанка, тот, кто победил в вожделении смерти, он тоже не может гарантировать, что Майя не сможет влиять на него. Also in Bhagavad, I already discussed Bhagavan speaking in front of, you know, Kapila means speaking in front of Devahuti Mata, Ma, hey, перед Капилой и Девахути он говорил о Деве. There is countless Maya. Майя, она бесконечна. But one Maya is more than sufficient to put you in trouble. What Maya? My Joshit Maya. Но самая такая, Yoshitmaya, when как сказать, сия, это Йошитмая, когда я... You know, Maya is very dangerous. Kapila Bhagavan is speaking. Yeah. Very, very, you know, so dangerous. И это Maya, Йошитмая настолько опасна, что никто не может гарантировать, даже сам Верховный Господь Парахилеша, он не аватар. Он аватари. Шичитани Махапрабху не какой-то аватар, он аватари. То есть тот, из кого исходит все аватары, он своим Бхагаван, сам изначальный Верховный Господь, и он говорит, что он говорит, что когда слышу имя, даже имя женщины, то я чувствую какую-то реакцию внутри моего сердца. Сам Махапрабху говорит об этом, чтобы дать нам пример. To teach me Chaitanya Mahaprabhu speaking this way. Yeah. Well, I think I'm sannyasi. Что он говорит о себе, что я думаю, что я саньяси. Ами то саньяси. Нижеке бирокто кари мани. Is it in Chaitanya? I am sannyasi. I think I am detached. Что я думаю, что я не привязан. Но когда я слышу имя женщины, я чувствую какую-то реакцию в моем сердце. И кто может устоять перед этой Майя? Стри нам жабо хишуни, тава хи бикар пай мор тонумон. Стри даршан стир рахе ойчхе конжан. Is there anybody single in this whole world? Если кто-то в этом мире, кто может сказать, что он победил Майя? Майя рекурия жай чарану на жай. Саду гуру кипаби нам надо кипаби. Then all kirtan, all you know scripture analysis we'll have to throw in Ganga. If we accept your argument that in anartha, full of anartha, Maharaj, we can do. Full of anartha, one jivat nowhere we can hear rasa lila this that. И вот если кто-то говорит, что в состоянии полном анартхи, полном недостатках, мы можем слушать о возвышенных лилах Кришны, то тогда что толку от всех писаний, которые это не одобряют? But Vishwanatha Chakravarti Pad, Rupa Goswami Pad, вся наша Гуруага, Вишванатха Чакравати Пад, Рупа Госвами Пад, сам Шри Чайтанья Махапрабху, Шрила Бхактивинода Тхакур, они все, они, то есть они не говорят так, то есть
Они говорят, что в обусловленном состоянии нельзя слушать и размышлять о возвышенных лилах Кришны. То есть это невозможно. И вот, когда Шри Чайтанья Махапрабху говорит, когда я слышу даже имя какой-то женщины, я уже чувствую какую-то реакцию внутри моего сердца. Даже Сукадев Госвами, он лучше из Парамахамс, он не смог даже произнести имя Радхарани. Почему имя Радхарани нету во всем Бхагаватам? Кто-то спорит с Шрилой Прабхупадой, что нету имени Радхарани во всем Бхагаватам. И Шрила Прабхупада очень гневался, поскольку он видит, что это какой-то Пашанди спрашивает. Это оскорбитель. Шрила Прабхупада, он говорит, что вы имеете в виду, но нет имени Радхарани во всем Бхагаватам. И Шрила Прабхупад говорит, отвечает ему, что вы будете делать с именем Радхарани. Если было бы там, что бы вы с ним делали, какое благо вы могли бы обрести из этого имени, о глупцы? И они вот такие глупые люди, они тоже иногда слушают Бхагаватам. Но имя Радхарани, оно там. Вот в этой шлоке, что та, которая поклоняется Кришне, то есть там имя упоминается Радхарани, но скрыто. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит. Кришнадас Кавирадж Госвами speaking very nicely. Je is very secret thing. Jahar lagi kohite bhoy sejodi na jan. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что и вот он говорит, я могу дать все, но я боюсь о том, что падшие души Пашанди, те, кто думают о себе, что они Рагануга, Сашат Рагуна Гопаджан, я боюсь их, поскольку они могут неправильно использовать это, и поэтому я сокровенно расскажу об этом. Если они не смогут понять то, что я хотел сказать, я буду очень рад. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что я хочу говорить об этом, но открыто я не могу. Я дам какие-то намеки, чтобы кому нужно, они поняли. И вот на Бенгале это так звучит. Что те глупцы, они не смогут понять этого, те, кто расики, те, кто настоящие расики, своим сердцем, они могут понять это. И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, те, кто расик бхакта, они могут понять, что я хочу сказать, но те, кто очарованные майя, они не смогут. Я доволен, что так произойдет, поскольку я сам хочу сокровить это, сохранить это в секрете. И вот Кришнадас Кавирадж говорит так, что я хочу сохранить в секрете эту сокровенную лилу. Как, например, если вы пойдете на рынок, то можно найти сотни тысяч книг о Кришне. Но они, эти книги настолько несерьезные, они объясняют Кришна лилу очень таким скверным образом, и мы не заинтересованы следовать таким великим этим писателям, как вот этот Винким Чанда какой-то, он написал Кришна Чариту, или какой-то Видья Сагар, который в Индии называют океаном знания. То есть на их мнение о Кришне нас совершенно не интересует. И когда Видья Сагар, Шрила Бхактивинода Тхакур, он явил такую лилу,
Он как учился у этого Видьясагара. Ocean of learning, Видьясагара. Бхактивинода Тхакур manifesting this deal. He became the student of Лилу такой явился, пошел к нему в ученики, и этот Видьясагара написал в одной книге. Бодходвай называлась книга. И в этой книге Видьясагара написал, что Верховный Господь, он бесформен, безличный и прочее, прочее. И Бхактивинода Тхакур случайно прочел эту книгу, и в этом колледже перед сотнями студентов Бхактивинода Тхакур встал и спрашивает: простите, вопрос есть у пандит. I like to put one question. What question? И какой же вопрос? Actually, you very often, часто говорите, very often we hear that you are speaking. Мы слышим от вас, что то, что вы не можете видеть, не можете верить в это, то я не могу. What I cannot see that I cannot believe. Ну что ж, я не верю в то, что я не вижу. What I cannot understand, what I cannot see. Говорите это очень часто. Very often I heard from you. You are speaking this kind of. И мой вопрос, на каком основании вы написали вот эту книгу про Кришну, поскольку вы уже сказали нам, что вы то, что не видите и не понимаете, вы не можете об этом писать, но вы пишете, что Бхагаван Верховный Господь, он безличен, безформенен. И вопрос, видели ли вы Верховного Господа? Я сказал, что не видел, а зачем же пишете о нем так? И на каком основании вы написали эту книгу? И это Видьясагару пришлось извиниться, что был такой очень почитаемый профессор после Панини во всем мире. Может, вы слышали о Панини Риши, Патанджали Панини. Они лучшие из тех, кто разбирается в санскритской грамматике. По милости Шанкара он получил такую способность. Панини он совершал Банджан Шанкару, чтобы звуки эти, материальные звуки, грамматика Вьякарана, она тоже часть Веды, мы тоже должны уважать ее. Веда, also one part of Veda. Айурведа, also one part of Veda. Как Айурведа тоже какая-то часть Веды. И Панини он отправился в лес в Гималайи, совершал баджан. Шанкар явился и спросил: что же ты хочешь? Я хочу обрести видение, как это все эти звуки их, как сказать, составить в должном виде, что делать. И Шанкар, он, у него был какой-то этот музыкальный инструмент, типа барабана или какого-то. И вот он начал играть на этом музыкальном инструменте, этот звук вошел в уши Панини, и по милости Шанкара он смог все это синхронизировать, все эти звуки. Я видел людей, которые могли лет 15 изучать эту его грамматику, но все же не могли писать на санскрите должным образом, а хотя Видьясагара, он был настолько талантлив, он мог писать что-то всю ночь и даже не спать ночью. И вот он тоже написал какую-то книжку по грамматике. И вот Бхактивинода Тхакур, когда спросил его, на каком основании вы пишете, что Господь бесформен и безличен, то ему пришлось извиниться за свою ересь.
И вот actually Chaitanya Mahaprabhu, whole life you have to Chaitanya Mahaprabhu, мы должны следовать всей его жизни. So Krishna's и вот Кришнадас Кавидж Госвами, он сам говорит, я хочу сохранить это в секрете. Very secret thing. But whereas I can say I can discuss openly, how possible? Whereas I can discuss this point where Chaitanya Mahaprabhu used to discuss these topics only inside Gambira. И как мы можем открыто обсуждать эти темы, если сам Шри Чайтанья Махапрабху, он обсуждал это только внутри Гамхиры с Раманадами, с Рубдамадарой, только с ним, ими двумя, и в Чайтанья Чайтамрите говорится. Вот эти слова в этой шлоке. Что для обычных людей Шри Чайтанья Махапрабху он являл санкиртан, поскольку много раз мы говорили уже, что санкиртан это наша цель и практика, поскольку для обусловленной души это садхана наша практика. Я уже говорил об этом много раз, что санкиртан, который показан Шри Чайтанья Махапрабху. Это как наша практика, так и высшая цель для обусловленных душ – это садхана. А для тех совершенных душ, достигших совершенства, что такое сидда? Сидда значит, в их сердце нет никакого места для майи. Они непрерывно, они всегда находятся в связи с Кришной. Если кто-то спросит у нас, что такое сидда, то сидда – это такое состояние, когда в нашем сердце не останется никакого места для майи. Всегда мы будем находиться в соприкосновении в связи с Верховным Господом. Это состояние называется Сидай. И когда Кришнадас Кавидж Госвами писал так, он написал, что сахаджи не смогут понять это, и я не хочу говорить подробно для них. Но даже если мы не будем изучать Бхагаватам, будем изучать Шри Чайтанья Чайтамриту, мы обретем все, поскольку там уже есть все в форме семени. Это все в Шри Чайтанья Чайтамрите. Чайтанья Чайтамрита и Чайтанья Бхагаватам не отличны друг от друга. Какое же наивысшее учение Шримад Бхагаватам? Какая суть Шримад Бхагаватам? Учение Шримад Бхагаватам в том, чтобы довести нас до Рагануга Баджана или Рупануга Баджана. Это суть всего Бхагаватам, и Чайтанья Чайтамрита то же самое в ней. Сирупа Шикша. Санатана Шикша, сначала Санатана Шикша, потом Рупа Шикша, потом Рай Рамананда Самвад. И когда мы можем все это обсудить, жизнь очень коротка, когда у нас будет возможность слушать об этом, о всей Чайтанья Чайтамрите, Рай Рамананда Самваде. Санатан Шикша, Рупа Шикша, also, и Рагунат Дас Гасай, он тоже дает какое-то учение. Discuss, если я буду это обсуждать одно за одним, я, то есть это может занять много месяцев, но после этого, выслушав, принять все объяснение, вы поймете, что лучше совершать баджан, а становиться сахаджи очень опасно. И вот смотрите, Шри Чайтанья Махапрабху говорит,
Daru prakriti hare munarapimon. Daru mean a woman made of wooden structure of a woman, model. A nice model of woman. Wooden structure. И вот там говорится, что Чайтанья Махапрабху говорит, что даже видя женщину, сделанную из дерева, то те муни-риши, они все же не могут чувствовать какое-то чувство, если они видят, да, прекрасный такой манекен женщины. Вот Чайтанья Махапрабху говорит об этом. Daru prakriti hare munarapimon. Those who are manirishi, even their mind. Те муни риши, даже их ум, он может обеспокоиться. Can steal their mind. Daru prakriti hare munarapimon. Arjun put in so many questions in front of Krishna. Manaha durnirgraham chalam. Mind is so restless. Ум очень беспокоен, не можем контролировать наш ум, и что же делать? Asamba, vayu riva suduskaraha. Wind, you cannot get control over wind. Ветер, мы не можем контролировать ветер. Это и так же наш ум, он подобен сильному ветру. I know, vayu riva, Krishna speaking. But how? Why Narottama Thakur writing this way? Why Lachandas Thakur, why Bhaktivinoda Thakur all writing in Kirtan? Почему Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Нарутама Тхакур? You can take all Kirtan, all Rasamrita Sanyasa, everything. If there is no question of any gradual promotion, try to give answer to my question. If there is no question of any gradual improvement, then you can throw everything in Ganga. Rasamrita Sanyasa, everything, Bhajan Rasa, all you throw. What use? You can directly come and start Rupa Nuga Bhajan. То есть суть в том, что во всех этих киртанах и вообще везде описывается постепенный путь. То есть нельзя просто взять и прыгнуть до Рупа Нуга Бхаджана. Это невозможно. Это в корне неправильно. Thousands of arguments, lakhs of arguments can put. It's not possible. То есть мы постепенно должны развиваться и смотрите, сейчас Шри Чайтанья Махапрабху, когда дает наставление Рагунатху. И вот он дает наставление Рагунатху. Рагунат Дас Гасай, он необычный человек. Он Нитья Паршат, вечный спутник Шри Чайтанья Махапрабху. Raghunath Das Gosai Mahaprabhu speaking, Balona Kaibe or Balona Poribe. Don't try to arrange nice food. Вот он говорит, не стремись к какой-то хорошей еде. Не стремись к какой-то красивой одежде. Nice wearing and don't go for nice food. Because in Bhagavatam it is Siddhanta. Поскольку в Бхагаватам такая Сиддханта приводится. What is Siddhanta? И какова жена? Jitam sarvam jite rase. If you can get controlling over your tongue. If you don't like to eat any taste food. Поскольку если вы сможете контролировать свой язык. Already controlling there in tongue. Then you can. То все остальные органы чувств они тоже будут под вашим контролем. This for your key. То есть этот язык, он подобен замку, то есть если вы его сможете контролировать, то все эти остальные органы чувств, находящиеся в параллели в этом, с языком, они тоже будут под вашим контролем. So it is written, Jivha Lalosai Jehitu Iti Dai, Shishna Dar Parayan Krishna Nahi Pai. What is written? Jivha Lalosai, those who are going here and there to take nice prasadam there, feast. Today, big feast, I can go and take Chana Rasa, this there, here is in Chaitanya Gaudiya, here there are so many things. Today one feast, tomorrow one feast, we can go and take, no need of cooking. Eh?
Hey, you need not cooking, eh? You need cooking? No. We can go and take prasadam. Lot of prasadam there. But you cannot get control of your sense of taste. Be careful. Be careful. Whole life, even billions of life, you can go on bhajan. But this way you cannot control. You can get some sukriti. If someday the sukriti accumulated deep, you get bumper success, then you can come out success. That's up to you. You don't like to follow me. You express some doubt. Whereas Panipate no parivishno sevaya upudikshanti ti gyan. Panipat mean you need explanation. What do you mean Panipat, Panivishno, seva? If you have some doubt, если у вас есть какие-то сомнения, нет веры в слова Гуру Махараджа, если мы не верим в это на 100%, это сомнение возникает. Если Гурудев дал мне какое-то наставление, но мы не можем поверить на это на 100%, то тогда что случится? Самсаятма винашати. То есть тогда мы из этих сомнений мы опустимся ниже. Винашати, значит, вы можете опять пасть в материальную самсару. Вишванатха Чакраварти, Шридас Госвами не говорят, что вы опять можете пасть в самсару, в материальный океан. Поэтому нужно эти сомнения прояснить у Гурудева. И поэтому лучше постепенно продвигайтесь, следуйте Баджан Рахати. Харинама Чинтамани, Джайва Дарме. From everywhere, one by one, I can give a document there. So Chaitanya Mahaprabhu giving instruction to Raghunath Das Goswami, Balona Kaivyar Balona Parivyar. Don't try to arrange nice prasadam, don't try to arrange nice clothes, everything. И вот Махапрабху говорит Рагунатху, что не стремись к хорошей еде, к хорошей одежде. And Niskinchan. Become niskinchan, try to become niskinchan. Стань отреченным. Ману се Радха Кришна Сева Садхая. Mentally, always. What do you mean by this point? О, Господи, that we will have to take bath in the womb of Gopi. Что? What do you mean by this point? Но. Но о том, что writing, на? Следующее Нарутам Такур в одном из киртанов пишет, что нужно родиться в лоне из лона Гопи, а что это значит? Вот в этом киртане Нарутам Такур, что значит его слова нужно слушать, что будь внимательны в Раджа Гопи Бхав. То есть чувство в Раджа-гупе должно быть, если мы сможем развить это постепенно, следуя этому пути, то когда-нибудь под руководством чистого преданного вы сможете начать Рагануга-баджан. Но если вы прыгнете, будете перепрыгнуть через какие-то важные ступени, то вы обречены на смерть, поскольку Рагануга Баджан и Рупануга Баджан – это не то, чему можно научить. Шрила Бхактивинода Тхакура, он говорит, что это Рагануга Баджан или Рупануга Баджан – это не то, чему можно научить, если вас кто-то обещает, что он научит вас Рагануга Рупануга Баджану, то это по определению невозможно, поскольку это естественно, автоматически произойдет. Вы не можете подумать о Гопи Бхаве. Какой-то Сахаджия Гуру может дать вам какую-то Сахаджия Бхаву или назвать вас как-то. На Радакунде можно заплатить там 10 тысяч рупий вам за эти деньги, все, что хотите вам сделать. Дадут вам имя Манджари, какое-то там служение, 5-10, там целая фабрика по производству гопи у них. Yes, you can go and buy. All foreign people coming and going there, buying. But this way, what you can do, it is written in. It is written. Говорится. In, you know.
Читание Бхагавате, читание Читамрити везде. И в Гаудия Патрике тоже. Что они, как сказать, представляют о... That you are actually you are not Mataji. You are full of anartha. You think you are a man. Your false ego not gone at all. In that case, mentally you are thinking about that ladies, Gopi Bab. So you are going to get Mithun. Mithun means you are going to cross connection with that ladies. You are doing continuously. You are doing woman association because your Gurudev giving you Saru. That Gopi Saru, and you imagine that ladies mentally, and you are gents, and you are doing, you know, continuously you are doing woman association. This way, whole world fall down. Nobody getting exact guidance. If you want to get exact guidance, one by one, I can quote from. Ну, то есть, Махарадж говорит, что то, что делает Сахаджи, но в корне неправильно, и ничего хорошего никогда не получится из их практики. И вот человек Кешава Госвами Махарадж из Джавадхармы, он даже вот то... часть, которая где писается Расататва, он ее отдельно опубликовал, поскольку обычные люди, у них нет права слушать о Расататве. И Шрила Кешава Госвами Махарадж, когда опубликовал Джавадхарму, он в двух частях сделал. То есть сначала это без Расататвы, а потом... Ну, то есть то, что если это написал Бхактивинода Тхакура или Шрила Рупа Госвами, то не у всех есть право слушать о таких возвышенных сокровенных вещах. You can go and buy Ujjal Nilmani. This that you can. То есть если просто купить какую-то книгу на базаре и. How possible? Но толку от этого не будет. И вот поэтому Шрила Кешава Госвами Махарадж он разделил Джайвадхарму на две части. Даже утром, когда киртаны вот написано Шрила Бхактивинода Тхакура. Вот эти арати киртаны. Калпатуру тале ратна сингхасана пари саба саки вестхито кишоро кишори. So morning time when you are doing kirtan, вот утром, когда вы совершаете киртан, то если вы не чисты, не по-настоящему чисты преданные, если будете думать о А то, что там описывается, это плохо для вас. Вы не сможете осознать то, что хотел сказать Шрила Бхактивинода Тхакур. Тот Калпадрум во Вриндаване, в центре которого Рада Говинда, окруженный Сакхи Манджари. Если у вас есть вожделение в вашем сердце, вы не сможете понять, что хотел сказать нам Шрила Бхактивинода Тхакур. И спросите, как Кришна, и вокруг много гопи, что у меня тоже есть возможность наслаждаться с ним вместе. То есть, если это подумать, то это плохо. Шрила Бхактивинода Тхакур, он очень такие высокие чувства выражает в этом киртане, но никто не может... не каждый способен понять, и поэтому Шрила Кешава Махарадж он написал свой киртан. Он уважает киртан Шрила Бхактивинода Тхакура на 100%. Но Шрила Кешава Госвами Махарадж он очень предан Бхактивинода Тхакуру. Он... Но если он подумал, если кто-то, не какая-то падшая душа, они неправильно поймут этот киртан из-за своих анартх, недостатков в их сердце, то это плохо. И поэтому Шрила Кешава Госвами Махарадж он решил написать свой киртан. But
Kesava Goswami Maharaj morning chant kirtan writing so that they can under the guidance of Bhaktivinoda Thakur. Under the guidance of Bhaktivinoda Thakur, Kesava Goswami Maharaj writing a morning kirtan, morning arati kirtan, nicely. So many fighting going on. They think that Kesava Goswami Maharaj, you know, writing new kirtan, so what? То есть кто-то спорит с этим, что Кешава Госвами Махарадж написал свой киртан, арати киртан, но ничего нет в этом плохого. То есть надо понимать, с каким чувством он написал этот киртан, Шрила Кешава Госвами Махарадж. Вот Рагануга Баджан, Бхактивинода Тхакур, он написал также Яма Киртаны, Баджан Рахаси, вот Баджан Рахаси, Яма Киртана, Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что вы слушаете сначала Харикатху, вначале вы слушаете Харикатху. И после этого, если я найду, что вы достойны, тогда я скажу, что делать дальше. Это описывается там. Шрила Бхактивинода Тхакур написал так много вещей. Рупа Госвами Пад, он тоже так много дал нам. Но не для всех. Если можем сказать, что... То есть Рупа Госвами Пад он дал это, но опять же не для всех. И Шрила Бхактивинода Тхакур тоже пишет, оно не все могут следовать этому. Если мы прочтем введение на написанное Шрилой Прабхупадой к книге Баджана Рахаси, и там можно увидеть, что они говорят нам весь день разделен на 8 частей аштакал. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, у нас нет права думать об этих ямакиртанах. Мы далеко не каждый может понять это, поскольку Шрила Бхактивинода Тхакур дает такое наставление. Эй лила чинту ар каро санкиртан. Вот эти слова он говорит. Но никто не может понять, что думая об этой лиле, нужно совершать санкиртан. И с помощью этого санкиртана мы обретем Кришна прему. Но не все это понимают. Как в Бхагаватам говорится эти слова Ачарена Вира, но не каждый понимает. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если вы можете совершать совершенный санкиртан, не обычный санкиртан, а именно такой совершенный, то тогда, когда те, кто достигли этого уровня, они могут обсуждать Гора Лилу и Кришна Лилу. You have to discuss both Gaura Lila and Krishna Lila. То есть мы должны. In the morning time, what is the condition with Gauranga Mahaprabhu? What is the condition? Why morning time Gauranga Mahaprabhu crying? И вот Вишвана Чакравати или кто-то, я не расслышал, он сказал, что мы также должны обсуждать лилу Шри Чайтанья Махапрабху, почему утром он делает то или еще что-то, почему? Поскольку Шри Чайтанья Махапрабху, он думает о той Кришна лиле. Если вы не сможете осознать этого, вы можете пасть. И вот Шри Чайтанья Махапрабху дает такое представление нам о Нама Санкиртане. Мы должны совершать совершенный санкиртан, и через этот санкиртан мы можем получить представление о лиле и прочее, оно явится в нашем сердце. И во время Картика Шрила Кешава Госвами Махарадж советует нам, что сначала нужно слушать Харикатху, поскольку поскольку садусанга, если садусанга не совершена в нашей жизни, то тогда анартхи мы не можем, они не могут уйти, анартхи от нас.
Anartha is, you know, full of anartha. Yeah. Anartha is there. First of all, you will have to drive away anartha. То есть вначале всего мы должны избавиться от анартхи в нашем сердце. И Расалила, та шлока Расалили, вот это... И вот хридрогам – это такое болезнь сердца, вожделение, и где можно избавиться от нее. Для кого это описывается? Шрадха. Та шрадха, данная нам Парамхамса Гуру Варгой. Это вера в то, что сильная вера в то, что если мы будем совершать Кришна Баджан, то мы обретем все. То есть, если у нас есть эта вера, то все недостатки они уйдут вскоре. И следующее говорится, что те, кто ачарена дхира, дхиры, также дхира, они уже вне всяких проблем. И почему говорится, что у тех, у кого нет вожделения, кто-то может возразить, что те, у кого дхира, у кого есть сильная вера, у них уже нет вожделения в их сердце. Но в Надья Пракаше говорится, что хорошо. It is written for all Madhyamadhikari. Madhyamadhikari topmost Madhyamadhikari. Для тех Madhyamadhikari, у кого практически нет вожделения. Опять же, три уровня, и вот для высшего уровня Madhyamadhikari, у которых практически нет вожделения. Это для них говорится. And that madhyamadhikari, they cannot have any karma inside their heart. И вот этих мадья, высшего уровня мадья-мачикари, у которых нет никаких вожделений в их сердце, и если вдруг случайно какой-то запах вожделения все-таки есть в их сердце, такой даже в мельчайшем количестве запах вожделения может быть в их сердце. And I like to write, oh, compile, you have to do this seva. So that people can get exact guidance. We are not going to, you know, tolerate this thing. We are not going to tolerate. So it is written, Madhyam Adhikari, topmost Madhyam Adhikari. И вот Madhyam Adhikari лучше из Madhyam Adhikari. Если даже у них есть какой-то мельчайший такой запах вожделения, и об этой каме говорится. Иначе почему Ачарена Дхира, то есть те, кто... No question of writing this one. Dhira, if you think Dhira, they are already out of, you know, kama. So why is it written? Saddhanita Manusrinath, Atabarnayajya, Bhaktim Param Bhagavatim, Pratimabhikam, Ridrogamasu Mahinati, Achirena Dhira. So Dhira, if you put this kind of argument, Dhira, they are already out of problem. But it is written, those Dhira, то есть те, кто достигли состояния Dhira, они уже вроде бы избавились от всех проблем, но... No kama, niskam. Но все же, если у них есть как-то немного, не вожделение, а запаха вожделения, они должны быть полностью безупречны, полностью без, как сказать, незапятнанные. То есть даже не то, что вожделение, даже запаха вожделения не должно быть. Это подобно тому, как если какую-то банку положить камфору либо асафетиду, то если их убрать, то в этой банке долгое время будет оставаться их запах. Даже через год можно открыть эту банку и учуять запах камфоры или асафетиды, которая была там очень давно. И
И вот про таких Мадхьяма Вайшнавов высшего уровня эти слова. Это говорится о таких, как Рагхунат Дас Госвами, его жизнь, как жизнь Парикшит Махараджа, она уже проверена, одобрена, но будьте уверены, что вся его жизнь, она уже одобрена и проверена. Даже Шукадев Госвами, он лучший из Парамахамс, он не мог сказать, произнести имя Радхарани. Если вы хотите произнести имя Радхарани, то Аштасаттвик Викар, вы почувствуете какую-то реакцию в сердце. Он не сможет дальше произнести Бхагаватам, просто произнести имя Радхарани. Шрила Прабхупад. Он уже чувствовал Аштасаттвик Викар. Просто произнести имя Радхарани. Не мог дальше говорить Харикатху. На Радхакунде в Картикварату, когда Шрила Прабхупад говорил Харикатху на берегу Радхакунды. И Шрила Прабхупад, он что-то сказал о Радхарани, потом он уже не смог физически говорить, поскольку Аштасаттвик Викар они захлестнули его. И вот те сахаджи, обычные люди, просто говорят, ради, они не имеют представления, кто такая Радхарани, и поэтому так, говорят, кому попало. Даже Кеша Гусамрадж, когда он слышал ради, он очень возмущался. Он говорил, что лучше говорить Джанитай Джай Гур, это гораздо больше толку будет от этих слов. То есть если вам, ну, кто-то там зовет, вам надо Джайгур говорить, а не Радхарани. То есть Радхарани это очень высоко, очень возвышенно. И таким образом со всех источников можно найти свидетельство, что вот Чайтанья Махапрабху дает наставление Рагхунатху Гасаю, что не нужно стремиться к хорошей еде и хорошей одежде. Нужно повторять харинам, а Нишкинчин, кто такой Нишкинчин? Нишкинчин – тот, у кого нет никакой собственности, кроме Кришны. Abhidatam vitam akinchana gocharam. But you say everybody can know Krishna. Like Sahajya. Whereas Kunti Devi, in first canto, is written. So, whole Bhagavatam, one by one, you will have to hear very carefully. Бхагаватам мы должны слушать сначала до конца, но перед этим мы должны слушать объяснение Гиты. Если вы поймете, то тогда вы сможете понять Шримад Бхагаватам. Рагхунат Дас Госвами весь день он видел это Випраламха Лилу Ши Чайтанья Махапрабху. Он уже там был там последние 12 лет. Когда Рагхунат Дас Госвами пришел в Гамхиру, как Рагхунат Дас Госвами пришел в Гамхиру к лотосным стопам Гауранги, поскольку Нитянанда благословил его, так долго Рагхунат он пытался и ничего не получалось у него, не смог дойти. Но только тогда, когда Нитянанда пришел в Панихати на берегу Ганги, и Рагхунат Дас Госвами, он, когда узнал, что Нитянанда там, он пришел, принес ему полный распростертый поклон и начал молиться.
И что Рагхунат Дас Госвами сказал? О, Госвами, я пытаюсь снова и снова, но у меня ничего не получается. Пожалуйста, благослови меня. Я хочу обрести лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху. Это мое желание. Можешь ли ты исполнить его? Нитянанда Махапрабху, он антарьями, он знает все. И Нитянанда Прабху позвал его, иди сюда. Он положил свои лотосные стопы к нему на голову и благословил таким образом. И дал служение. Сейчас у тебя есть возможность достичь лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, и ты можешь, поскольку Махапрабху примет тебя и передаст Сваруп Госвами. Махапрабху, он сможет отдать тебя под руководство Сваруп Госвами. И это так и случилось. И когда в киртане говорится, что по милости Нитянанды можно обрести враджа прему, то но не все в это верят, хотя наша Рупануга Гурварга, Чампак Манджари, кто это? Это Наротам Тхакур. Он говорит так. И по милости Нитянанды Махапрабху вы можете обрести, освободиться от тех материальных привязанностей, материальных оков и прочее. If you speak this way, oh Narottama Thakur, why you are speaking this way? You already took Diksha in Vrindavan. Если мы будем скажем Нарутаму, что он же получил дикшу от Локанатха во Вриндаване, то ну, почему же он все же молится Нитянанде? И вот он говорит, когда материя, вся материальная оставит меня, когда я полностью освобожусь от всех привязанностей, и когда же увижу Вриндаван, то есть кто-то может возразить, мы уже слышали, что ты уже долгое время находишься во Вриндаване, ты получил дикшу от Локанатха Госвами, получил наставление от Живы Госвами Пада. Но почему Нарутам Тхакур все же в своих киртанах он говорит, надеется, когда же я увижу Вриндаван? Да, Нарутам Тхакур говорит таким образом в своих киртанах, для того, чтобы дать нам пример, что не спешите. Будьте, то есть те, кто дальше тише едет, дальше будет. Slow but steady. По-английски это звучит, что тот медленно едет, тот выиграет, как сказать, состязание. Не нужно прыгать выше, нужно постепенно продвигаться по этому пути. И тогда вы увидите Вриндаван. Vrindavan is not in a material place. Apragito. Apragito vastu kobhu pakito gochar noy. And also in Shastra you can find Vishaya Shakta Chityanam Krishna Vesho Sudurata. Those who are thinking about matter and matter all day and night, for them Krishna Bhajan is not possible. Ну а те, кто думает только о материи день и ночь, для них Кришна Бхаджан невозможен. Vishaya Shakta Chityanam Krishna Vesho Sudurata. You can do Krishna Bhajan, but perfect Bhajan not possible. You can do То есть мы можем совершать Кришна Бхаджан, но
Совершенный Кришна Баджан – это отдельная тема. То есть какой-то Кришна Баджан можем совершать согласно вот этой шлоке Акамасава, Акамава. Но чувство, анубав, мы не сможем его обрести, если наш баджан несовершенен. Чувством нельзя купить на базаре. Чувство можно получить только от Рагануга Бхакта, то есть от Парамахамса Рагануга Бхакта, то есть от, того, у кого уже есть это великое чувство. You know, your sarup. What is your sarup? By the blessing of Nityananda и по благословению Нитянанда Шри Чайтанья Махапрабху Рагунат Дас Гасай обрел свой, он совершал баджани, поскольку Сваруп Гасай, это он его духовный учитель. Он получил дикшу от Джадунанда Ачари, Харинам точнее, в своем предыдущем доме. Джадунандан Ачари, его Гурудев, но сейчас он exact guidance of Rupanuga Bhajan and Raganuga Bhajan from Swarup Gosai. От Swarup Gosai он получит такое настоящее чувство Raganuga Bhajana от Swarup Gosai. One by one. И так постепенно. So instruction given и вот наставление дано Рагунатхам Дасу Гасай, Рагунатху Дасу слушать его. Думайте снова и снова всю жизнь Рагунат Дас, как он жил свою жизнь, это моя просьба. Не пытайтесь думать, что говорят разные люди. Это, не будьте подобны сумасшедшему, а просто думайте о том, как Рагунат Дас Гасай, он вел свою жизнь. Как Рупа Госвами Пад, он вел свою жизнь. Как Санатан Госвами Пад, он жил, как Джива Госвами Пад. Сначала думайте об этом. Те наши Рупануга Гурвага Шрила Бхактина Такура Шрила Прабхупад, покажите. Как они, посмотрите, как они вели свою святую жизнь и после этого. Мы можем надеяться, что с нами случится по их милости, если мы будем жить так же. А если мы подобно сумасшедшему живем, то мы просто пойдем в этот огонь и сгорим. И что же делать? Что те, кто... Вот, есть такие насекомые, которые стремятся к свету, и если ночью горит огонь, они все равно летят на этот огонь, они знают, что они умрут, но не могут остановиться, они вынуждены. Они их рупа, как это, их очень привлекает цвет огня, он настолько прекрасен, и они хотят слиться с ним, рупа. Красота огня. Fire growing actually, this insect that, you know, they jump, they're looking, so nice, jump into fire. И вот так они летят в огонь и сгорают. И также многие люди под именем Рупануга Рагануга Баджана, они тоже совершают самоубийство. Что делать? И постепенно я буду обсуждать эту тему из Бхагаватам, из Гаудии, из Чайтанья Чаритамриты, из Расамрита Синду, из Чайтанья Бхагавата, из Джайва Дхармы, из... из Саджана Тошани, из Надия Пракаши я приведу свидетельства из всех этих перечисленных писаний. И жизнь. И какой же суть Шримад Бхагаватам? Какое же послание Шримад Бхагаватам? Кришна Бхагаван, он является эти лилы.
Для чего? Для того, чтобы мы, обусловленные души, мы получили вдохновение. Мы, обусловленные души, можем получить вдохновение от того, что там описывается, что же там говорится. Бхагаван, Верховный Господь, Он являет эти лилы для того, чтобы, слушая, мы развили вдохновение, и постепенно, день за днем, мы привыкли к саду-санга. Что такое саду-санга? Я уже ответил на этот вопрос. Общее есть. Что такое общее? Вот, то есть... Another thing is very secret. For to get that thing, you will have to go and get the association of Raga Nuga Bhakta. One thing is common. From your Gurudev, suppose your Gurudev Madhyama Adhikari not expressing anything. So this point is very clear. That I am Madhyama Adhikari. I am. Krishna Nitya Das, I am the eternal servant of Krishna. But another secret point you can get through the association Raga Nuga Bhakta. Gradually, через общение с Рагануга Бхакта, с Рагануга Бхактами, вы можете обрести их чувство. В Бхагаватамрите описывается такое постепенное развитие бхакти. Можно найти бесконечное число преданных во всем этом мире, во всей Вселенной. Они пришли, приходят один за одним. All of them can have special type of bhakti. У них может быть какой-то особая бхакти. Prahlad Maharaj bhakti is special. У Prahlad Maharaja такое особое бхакти, особенное. Друва Махараджа отличается от Бхакти Прахлада Махараджа, у Кунти Деви вообще отличается от всех, у Тары тем более отличается, у Парикшит Махараджа другое Бхакти, у Юдхиши Махараджа следующее, Бима тоже любит Кришну, но у него Бхакти другое. То есть можно видеть согласно Адхару, то есть на наши способности, патра значит буквально емкость. И вот если у вас есть какое-то ограничение, и вот согласно уровню они могут развиваться согласно их уровню, их способности. Но главное в этой сиддханте в том, что нужно совершать нам санкиртан должным образом, это общее для всех. Для тех, кто достиг совершенства или стремится к совершенству, когда Махапрабху совершает санкиртан внутри Шива Сангана, то через это есть раса. Шива Сангане, когда Шри Чайтанья Махапрабху совершает санкиртан, это и есть раса киртан. Как Кришна совершает с Радхарани, это то же самое. Но не все могут понять. Здесь то же самое, это санкиртан, раса. Только имя санкиртан, раса. И через санкиртан они обретают расу. И можно видеть, что Шри Чайтанья Махапрабху не позволил даже матери этой родственницы Шивас-пандита, тещи, по-моему, быть там и созерцать санкиртан-расу. Будьте внимательны. Санкиртан Рас Махапрабху спросил, кто там в твоей комнате. Я никого нет, кто-то там есть. Я не чувствую того наслаждения, того вдохновения, еще вас искал и нашел. Под кроватью она спряталась, его мачеха. И Шивас взял за волосы и вывел из дома и закрылся. А почему закрылся? Вот вопрос такой, почему он закрылся изнутри? Поскольку
почему вроде ничего плохого не происходит, а почему он закрылся? А потому что санкиртан раса, то есть посторонние люди не допущены к этому процессу, потому что это вопрос вкуса Махапрабху. Через читание лилы я могу доказать на 100% все, что Махапрабху, он даже, смотрите, даже Шуклам Брахмачари, он так много аскез совершал. Махапрабху сказал, ты думаешь, что ты великий, ты отреченный, развил отреченность, ты пьешь только молоко, ты думаешь, что просто этим ты сможешь обрести способность созерцать раса лилу, раса киртан? Нет. Что ты думаешь? Махапрабху сказал ему, что этим питьем молока не обрести меня. Это не так просто. Даже те демоны, они совершают аскезы больше, чем вы. Но результат какой они получают? Те асуры совершают баджан. Баджан значит не настоящий баджан. Ну, их баджан такое, что если они думают, что сегодня мы совершаем аскезы, завтра сможем наслаждаться. Вчера Никушипу он совершал аскезы. Для чего? Он принимал эти все аскезы на себя для того, чтобы наслаждаться вскоре. Но преданные, они не занимаются этим. То есть вчера Никушипу совершал аскезу, чтобы обрести силу, власть над Вселенной. То есть ради этого он совершал аскезы из Гиты. Ну, я могу доказать, например, если вы даже даете какому-то пожертвование, но вместо бхакти хотите какого-то результата, то вы получите этот результат, а не бхакти. Также вы должны слушать Гиту, чтобы обрести фундамент для нашего баджана. И вот я также много примеров могу привести. И вот когда Шри Чайтанья Махапрабху, я имею в виду Нимай, Гауранга Махапрабху, вот он хотел в доме Чандрасекара Ачарьи Махапрабху, он хотел явить свой танец в форме Махалакшми. Такую драму они организовали. Это здесь Шри Чайтанья Матхи, это дом Чандрасекара Ачарьи, и там Шрила Прабхупада начал повторять 100 кров святых имен. И вот Бимала Прасад Сарасвати, когда он приехал с Пури, он начал совершать такую яги по наставлению Шилы Бхактивиддханта, повтори 100 кров Харинама. И Шила Прабхупад дал нам все. Но мы настолько глупы, что не можем принять этого. Шила Прабхупад дал нам все. И в Чандрасекара Бхавани, и сейчас это Чайтанья Матхи, на том месте находится и Махапрабху, он хотел явить какую-то драму, но Махапрабху условия поставил, сказал Адвайта Гасава Шивас Пандиту и всем. И всем остальным он сказал, что те, кто нет джитендри, они не могут видеть это, не могут быть на этой драме. И сейчас вопрос такой, почему Махапрабху сказал это, почему он такое условие поставил, почему? Ответьте. Если Расалила открытая, все могут наслаждаться этой Расалилой, то почему Махапрабху говорит по-другому? Почему он поставил такое ограничение? Поскольку там не женщины какие-то танцуют, а сам Махапрабху явил себя в форме Махалакшми, прекрасной девушки. Лакшми, то есть это сама Лакшми, Махалакшми. И в тот день люди, они могли осознать. И это
Тамева мата чапита, тамева, тамева вандуста. Люди, они поняли эту шлоку из Гиты, то, что Господь и Отец, и Мать, и лучший друг, и все для нас. You are father, you are mother, you are everything. Actually so. Krishna is our father, mother, everything. That day, when, you know, Mahaprabhu putting this condition, когда Махапрабху поставил такое условие, что те, кто не джитендрия, те, кто не может контролировать свои органы чувств, они не дозволены видеть эту драму. И тогда все опечалились. With deep feeling, Prabhu. О Господь, Адвайта, сам Адвайта Гасай. Махавишну, Джагат-карта, Майя, Сиспеки. Махавишну сказал: О Господь. Тогда у нас нет права видеть эту драму, поскольку у нас не можем контролировать наши органы чувств. Сам Адвайта Гасай сказал это. Шивасмади. Гададхар. You see, Advaita Gosai. Смотри, сам Адвайта Гасай говорит об этом. Then I have no right to go there. Then Махапрабху laughing. И Махапрабху начал смеяться. If you are not allowed, then who can get entry? Если вы не допущены, то кто ж сможет? И поэтому я благословляю всех вас, вы, видя эту драму, не будете чувствовать никакого вожделения. И да, Махапрабху благословил всех. Я благословляю вас всех, что никто не может чувствовать никакого вожделения в их сердце, видя эту драму. Но вначале Махапрабху поставил такое условие. Смотрите, это не ложно. Это правильно. Это значит, что Кешав Госвами Махарадж, он правильное свидетельство приводит, Шрила Прабхупада тоже правильное свидетельство приводит. Я могу каждый из них доказать математически, как юрист я могу все это доказать. Почему Махапрабху говорит так и так, если вы не джитендри? If the meaning there is Bhagavatam, that sloka, Bikrita Bhagavatam, oh, we have karma, we can go on hearing all this Rasa Leela and we can... Huh? Then why it is written? То есть, почему говорится так тогда? We cannot give answer. We cannot give answer. We have no answer with you. То есть вы не сможете ответить, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху, он никогда не хотел... Never want to prove this point. That all sahajya can start. То есть он никогда не одобрял сахаджи. Махапрабху хотел избежать всех сахаджи. Even, you see, when даже смотрите, когда Шри Чайтанья Махапрабху совершал санкиртан, иногда как-то он чуть-чуть, когда аштасаттвик викара являлись на его теле, то если Махапрабху увидел, что какие-то посторонние люди были, он сдерживался. Шри Чайтанья Чаритамрита описывается это. Вот в этих словах. Мы должны изучать Шри Чайтанья Бхагавату. А он, многие ее не, не читали никогда. Намачинтамуни, Джайвадарму тоже немногие изучали, сразу к Бхагаватам переходят. Это опасно. External people, when people, when Mahaprabhu watching, then control is Baba. Don't try to express. But those Sajya, they are getting 10,000 rupees one night, they can do kirtan, they can express Baba. Ну, можно видеть, что сахаджи за какие-то деньги не все готовы показать. На Бенгале это называется дупой сабава. То есть люди спрашивают. То есть в Бенгале есть такие эти профессиональные эти как-то
актеры не могли там за какие-то деньги показать любые эти любые чудеса. Чудеса в смысле эти. За какие-то там четвертую часть рупии могли все что угодно сделать, любую бабу показать, но раньше зарплата там этого офицера на железной дороге была 75 копеек индийских по пальцев, а зарплата начальника железной дороги была целая рупия. То есть в то время рупия была к золоту, видимо, жестко привязана. Большие деньги были. То есть даже если человек получал там 75 копеек, если он ничем себе не отказывал целый месяц, то у него 50 копеек еще там оставалось от всей зарплаты. То есть цены были низкие, рупии дорогие, соответственно. Но сейчас такая же ситуация, то есть люди за... Ну, за деньги готовы продать все, что угодно. Но это очень плохо. Не нужны ваши доллары. Оставьте их себе, я получу божественную помощь от Верховного Господа. Мне нужна помощь Господа, а не ваша. Но слушайте внимательно. Перед тем, как начать баджан, я предупреждаю о том, что Бхагаван, он сатья-сваруп, его главное качество – это правдивость, истинность. И если у вас нет этого качества, может быть, запомните все шастры, джаланиламани и прочее, прочее, но нет никакого значения сути главного. То есть все общество может быть обмануто вами, поскольку вы не готовы вести людей в должном направлении. И будьте внимательны. И вот сейчас один за одним я и читание Бхагаваты и прочих я приведу свидетельство, могу месяц за месяц сам обсуждать все читания лилу, поскольку все читания лила она поможет достичь нам, она поможет нам на пути к Рупануга Рагануга Баджана. Какова же наивысшая цель Шримад Бхагаватам, чтобы дать нам представление о точное представление идеи о Рагануга Баджане? Бхавет значит на санскритской грамматике. Бхавет значит такое подтверждение, что должно случиться, если у кого-то если нет условий при этом, если нет оскорблений в нашей жизни, мы на начальном уровне находимся, нас может. Мы много грехов совершали, но в грехах нет таких проблем, поскольку если вы встретите чистого вайшнава Парамахамсу, он даст вам харинам, махамантру, и что случится, все ваши грехи прежние, они разрушатся, даже не просто харинамам, а намабхасам. Между Харидас Такуром и Махапрабху, когда они разговаривали, то можно увидеть, что даже с помощью намабаса все грехи они уничтожаются. Но это не наша цель избавиться от грехов с помощью харинама, поскольку настоящий харинам он дает нам прямо чистую любовь к Кришне. Чистый харинам это есть настоящий баджан, поскольку Махапрабху, он три года, какой-то преданный в Пурушоттам Дхаме спрашивал Кулин Васи, он спрашивал, кто вайшнав. Махапрабху сказал в первый год одно, второй год его опять спросили этот вопрос. Махапрабху второй ответил, третий год опять спросили, он третий ответил. Почему так?
И вот, когда Махапрабху в первый год сказал, что если вы увидите, что кто-то повторил Харинам, то будьте уверены, что он вайшнав. Вот это сам Махапрабху сказал. Вы думаете, что это что-то обычное? Когда Махапрабху сказал, если вы видите, какой-то преданный повторил одно святое имя, то будьте уверены, что он вайшнав. И этот харинам, это необычный харинам, он настоящий харинам. Имеется в виду настоящий харинам, если преданный повторил, то он уже вайшнав. А те, кто пытаются по милости Гурудева, они пытаются совершать харинам, иногда они повторяют харинам, иногда не получается, но постепенно практикуя этот чистый харинам, он явится в вашем сердце, и вы сможете его непрерывно повторять. И второй год Махапрабху сказал, если вы получаете вдохновение от общения с преданными, то те, кто совершает санкиртан, вы вдохновляетесь слушать Харикатху и с помощью общения с этими преданными вы. То есть вы вайшнав таким образом, если вы вдохновляетесь от общения с преданными, а третий год, если видите кого-то и чувствуете вдохновение повторять харинам в виде этого преданного, то вот он вайшнав, то есть будьте уверены, что если вы смотрите на кого-то, видите, то есть это второй год, вдохновение. Чувствуйте вдохновение для повторения святого имени, то будьте уверены, что он вайшнав. Is also not, you cannot speak Kanishtha Adhikari, cannot speak. Because Kanishtha, you have no chance. You have no respect for Guru Vaishnava. Archya jo sraddha yate. Но в случае с Kanishtha Adhikari, у них есть большая склонность к поклонению божествам, арчана они занимаются, но нет у них веры в такой беспримесной, стопроцентной веры в Гуру Вайшнава. И в этом случае, то есть если у человека есть большая вера в божества, чем в Гуру Вайшнава, то он, конечно. Archaya jasadde yate na tad bhakti sucha annesu tad bhakta prakita sveta. He is called Kanishtha, prakita bhakta. No fair. He is worshipping. То есть это такое преданное, но не думайте, что если какой-то великий Махапуруш, он поклоняется божествам, но это не совершенно другое. Их поклонение, оно подобно поклонению Парамахамса, но как например, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Раш, но иногда поклонялся божествам, но вы видели, как нет у вас возможности видеть, как он поклонялся и как он, с каким чувством. Как Бхакти Вайбхав Госвами Раш. Гурав Вайканас Махарадж поклонялся, они поклонялись, но их сердце всегда было Рагануга Баджан. То есть, но их поклонение это не, оно полностью отличается от поклонения Каништа Адхикари.
И вот, смотрите, Махапрабху так три раза отвечал по-разному на этот вопрос, кто такой Вайшнав. И первое, что мы узнали, то наставление, которое дает нам Бхагаватам, Шри Чайтанья Чаритамрита, какого же это наставление? То, что спим мы или едим, или еще что-то делаем, мы всегда должны совершать санкиртан. Если вы не получаете вкус к Харинаму, если вы не обретаете вкус по воспеванию Харинама, то сидя на Вьясасане, я скажу вам, что за всю вашу жизнь, даже за миллионы рождений, в то время, когда вы обретете вкус к Харинаму, это будет тот правильный момент, с которого вы можете получить доступ. Если у вас нет вкуса к Харинаму, то Шрила Бхактивинода такого дает такое наставление. Thako hoya pono kaje Namasray kuri Asray mean shelter. Итак, приняв прибежище у святого имени, приняли ли вы прибежище у святого имени? No. Нет, нет еще. It's totally, это... you know, false, no. Taking shelter of Harina means anytime any problem can happen. Что значит принять прибежище у Харинама? Это значит, что какие-то проблемы, которые случаются в нашей жизни, если мы, несмотря на них, не оставим Харинам, то это есть такой намашрой. И также это можно сравнить, что если вдруг случилось наводнение, и вдруг мы проснулись и видим, что all your bread and vegetables, everything gone. Поток воды. Этот practical experience. Из-за наводнения наш дом сносит. Вот в Мурсидабаде, в Миднапуре мы видели, там дамба сломалась, и вода с этого водохранилища начала течь, ну, Люди как бы спали ночью, и утром, это утром случилось, видимо, они не успели подготовиться, смотрят, уже вода все сносит. И вот это матаджи какая-то, видишь, ребенка вырвала, ну, она так не удержала его, и потоком воды снесло этого ребенка. И она плывет так же, и не знаю, что делать. Если вы даже плавать умеете, то все равно гарантия, что выживете мало. И вот эта матаджи, она проплывала, мимо дерева баньяна, она схватилась за ветку этого баньянного дерева. Somehow that Mataji catch that branch. Now gradually get that. И вот она так как-то забралась на это дерево. And you know, somehow saved. И спаслась. Now Mataji at any condition not going to leave this support. И вот это дерево, Матаджи, она от дерева уже это не оставит. Because banyan tree giving some support. Баньяновое дерево, оно как-то поддерживает, ну, как бы защитила ее, и в этом баньяновом дереве также змеи живут, также она там сидела, ну, во время этих наводнений, каких-то пожаров, еще что-то, змеи, которые там будут сидеть на одном с вами дереве, они вас кусать не будут. Это правило такое установлено Господом, что хотя змеи там, хотя они ядовиты, хотя голодные, но те, кто там сидят с ними на одном дереве, они их нападать на них не будут. Даже крысы там какие-то, которыми змеи питаются, даже кошки там
Если обезьяны не могут сидеть на одном дереве и как здесь не есть друг друга. Сможете ли вы подумать об этом, как это? Ну, в обычное время как бы такое тяжело представить, что там змея рядом с мышами, с кошками, с вами сидит на одной ветке буквально и никто не нападает, даже там змея даже там мышей не будет есть, и кошка, когда рядом сидит, тоже не будет их есть. То есть они будут так сидеть и ждать, пока это все кончится. Если есть такое чувство у вас, то тогда я могу поверить, что вы приняли прибежище у Харинама. В обычное время, если у вас будет такое чувство, что Харинама — это ваша единственная надежда, И тогда я могу только поверить, что вы приняли прибежище у Харинама, поскольку без, вы даже чувствуете, что без помощи Харинама вы умрете. И весь мир может сгореть, но толку от него, если мы приняли прибежище у Харинама, что нам до этого сгоревшего мира? Понимаете? И вот Бхагаватам говорится вот этот шлока про санкиртан. Я начал с этой шлоки. Chaitanya Chanda Charani Kuruta Anuragam Chaitanya Chanda Charani Kuruta Anuragam Vancha Kalpatarushi ke pasan bari Sena Sankirtanam Ritarase Ramate Manasche What is meaning? Sankirtanam Ritarasa mean? You are getting rasa already in rasa. Same is secret rasa. Secret is there in Sankirtan. I can explain this sloka. Also, I can quote this sloka from Bhagavatam this way. Nivita maruna manoko. This sloka I can discuss next day. It's very nice sloka. Then one by one, I can prove that what is the eligibility of Raganuga Bhajan. Who can start Raganuga Bhajan? Who can do Raganuga Bhajan? We are less interested about И вот кто может совершать Рупануга Бхаджан, как стать Рупануга Бхактой, как, кто такие сахаджи, какой путь, какая суть Бхагаватам, я уже говорил об этом и в дальнейшем тоже буду обсуждать. Суть Шримад Бхагаватам в том, чтобы мы смогли достичь Рупануга Бхаджана, но 11-ю, 12-ю песни мы тоже должны понять. Это очень большой. Большая тема. Если вы не можете осознать, принять эту 11-ю, 12-ю песню Бхагаватам, то вы обречены на смерть, будьте уверены. Итак, постепенно я...